Привет, умники! Сегодня раз и навсегда избавимся от простуды, больше не станем подставлять голову под удар и получим наставление от мудрого монгола. Подробности далее. Ученые из университета Эмори в США представили новейшую разработку, которая освободит весь мир от простуды. Это дает ученым повод заявить о создании вакцины, побеждающей по крайней мере 88% известных человеку на различных материках штаммов риновируса. Традиционный сезон простуд в зимний период может остаться в прошлом. Именно поэтому разработки вакцины начались с новой скоростью. Тестирование нового лекарства проводились на лабораторных обезьянах и показали хорошие результаты, обнадежившие медработников. Специалисты уверяют, что эта вакцина с триумфом борется с 49 простудными заболеваниями из 50. Защита, по утверждению ученых, длительная и способная предотвращать пандемии. Исследователи из университета Стерлинга установили, что после 20 последовательных ударов головой по мячу обнаруживаются небольшие, но важные изменения в работе мозга футболиста. А именно, функция памяти снижается на величину от 41 до 67%, а затем восстанавливается в течение суток до прежнего уровня. Исследование шотландских ученых впервые устанавливает прямое воздействие обычных ударов мячом по голове на работу мозга, в отличие от тяжелых черепно-мозговых травм. Пока исследователи ограничились изучением непродолжительного влияния игры головой на мозг футболиста, так что сейчас невозможно сказать, насколько усиливается негативный эффект в результате нескольких последовательных матчей и вообще от регулярной игры в футбол. Ученые расшифровали рукопись Чингисхана, которая хранится в Национальном музее Республики Алтай имени Анохина. Рукопись сутры «Ключ разума» на старописьменном монгольском языке датируется 13-14 веками. Текст писали бамбуковыми палочками и кистью классическим монгольским письмом сверху вниз, строки располагались слева направо. В рукописи описаны советы потомкам, в которых говорится, что не стоит рассказывать о сокровенном человеку, которому нельзя доверять. Не поддаваться уговорам плохого человека, не относиться к словам женщины слишком серьезно, добродетельным делам не чинить препятствий и так далее. Это один из самых древних монгольских манускриптов известных науке. Это были самые мудрые новости науки на сегодня. Пока!